быстрее бы сдох, и сдох, и проблем нету. Нет человека, нет проблем. Мы устали от него. Ладно, что мы страдаем-то. Воды мы ему даем. Он стучит. Александр, дай мне водички. Налью ему. Даже этот вермишель, ну, быстрорастворимый, горячей воды. Вот я поем. И даже печеницы. Ну, жалко человек. Ну, ты на эту находишь. Я вот простой человек, приду, вот только дверь откроешь, и не то ужас, дыбы. И это они сказали, хорошо, волонтеры пусть придут, выбросят. Сам главный вот это червяки, тараканы, они ночью станешь, я и купила дихлофос. Ну и что? Ну, три дня нету. Они даже, мы идем, они за нами идут, эти тараканы. Писали администрации, нам 3 письма прислали. Если не наведут порядок или что, мы в суд подадим. А лучше всего вам подавать суд. Администрация отписалась и все. Я с ним не связываюсь, я ему ничего не говорю. Я один раз сказала и все. Он мне такое сказал, что я до сих пор не хочу говорить. Это не человек. Нехороший человек. С одной стороны, жалко, как человек, но он нас не уважает.